Всем-всем привет, мы все стоим, да, может, куда-то нет, но море сегодня волнуется. А я забыла лежак, то Вике не надо, то мне. Ну подожди, Вик, ну что, пойдем купаться? Мы пойдем на круге. Смотрите, там вон человек. Вон там строят. Пошли, сейчас все равно зайдем в море. Иди сюда. Скупнемся тогда и пойдем домой. Хорошо. Всем привет, ребята. С вами я. Она снимает? Да. Так, твоя игрушка. Море волнуется. Ну мы пошли, мы с кругом. Сейчас по... Холодная? Ну сегодня мы хотя бы с кругом. Ой. Главное зайти. Вот, и вот в том-то и дело, что там раз заходят волны, а тут идешь. Чего? Вместе идем. И она хотя бы со мной, и на грудь не страшно. Ой, пока нет волн, заходим. Ну давай, гуляем еще. Я волна, новая волна. Подо мной будет. Ой, какое теплое, когда стоишь. Когда стоишь, вот. Главное зайти. Нам надо волну перешагнуть, сейчас волна уходит и пошли. Нет, пока волны пойдут, ныряй. А я тебя сплюзу. О, идем. Волна бабушку разбивается, как обуёк. Все. Все, она уже там, на берегу. Опа, сейчас будем кататься на волнах. Бабушка, смотри, еще не стоит. Давай, все, все, бабушка купает дети тоже. Поехали. Наконец-то, как следует. Как следует. Да она все, она уже у берега. Опа. Ой, оно какое соленое, солонее, чем. Thank you.
Вот видишь, кругом ты как хорошо. Рука устает. Ой, теплое море, зря я говорила. Селфи-палку придется новую заказывать. Ой, меня сдувает. Волна. Опа. Меня подбрасывает? Нет, меня подбрасывает. А мне? Так что выкупаемся. Ну что, на берег пойдем? На наш, да? Внизу. Главное бы мне ее хватило. Ой, какая волна. Аккуратно, мать, ребенок. Да я сейчас ее увезу от вас. Ну ты тут к берегу, смотри, какие волны. Давай туда. Видишь, как сносит. Вот смотри, дядь на сабе катается. Как папа, помнишь, там катался? Вон там далеко на сабах. Ну не боятся, катаются, а мы. Да, мы все боимся. Мы трусихи. Настоящие зайчи. А где девочка-то сидят? С кем? С родителями пришла? Да. Может, им вещи-то оставить, попросить и без камеры сходить купаться. Пошли вон туда, все, нас носит. Смотри, куда уже нас несло. Вон наши вещи-то где. Пошли к нашим вещам. Все, выходим, что ли? Не хочешь? Ну, поплыли тогда к нашим вещам. Давай. Поплыли. Давай нас. Ой, стой, так уплывем. Ой, на Турцию не надо. Я сказал, к вещам нашим поплыли. И говорю, все, я больше не могу учить, я не отпускаю. Классно, девочки, мальчики. И вода теплущая? Да. Теплущая вода. Ой, только холодная. Только нам, только... Вот мы успеем... Ой, и не будем сидеть. Только холодные, когда заходишь. Ну вот говорили, что была разница между воздухом, температура воздуха 24 была, а вода 27. На берег? Пошли девочку искать. Ну, который-то играть там сейчас. Сейчас мы девочку найдем, мужик, да? Потом еще пойдем по центру. О, класс. Ой. Давай руку. Все. Ну когда волны, бабушке руку давай. Может, не понравится это море. Все, вышли спокойно. Дальше, когда если больше будут волны, мы пойдем. Так что все, да мы. Вот у нас такой влог. Море. По колено. А да, я была в купальнике. Шикарно.
Сейчас будем загорать. Слежу. Красота. Маленькая. Ну вот и по пляжу, где мы загораем. Аэрарий платный, только где-то цены я что-то не вижу. Но обычно идешь, цены, а тут ничего нет. Ну вот, батут типа, да, джунгли, развлекательные центры. Потом здесь продаются только мороженые какие-то, а ну нет, можно и покушать, что там есть. Продажи я вчера показывала, можно покушать, а так вот. Пляж огромный, туда-туда можно пройти, сюда. Море, конечно, великолепно. Пойду я сниму море. Я к морю. Сегодня оно волнуется, я уже показывала, но я купалась. Море теплое. Намазались кремочком, лежим. Отдыхал. Вернее, стоим. Наташа, вчера Вика забыла. Я забыла, все забываю. Обалденные облака. Какое небо голубое. Классно. Мы не сторонники, а разбоя. Надо арбузик купить. Да у меня его за 2 дня съел. А на море можно смотреть вечно-вечно, бесконечно. Сняла наклейку. Она мне вообще не мешалась, а я ей не видно, они же большие. Вы уж прям на дяде сидите. Он уже сдвинулся, а вы все уже тут. Двигайтесь. Вик, двигайтесь. А, я этот орифлеймовский себя намазала, ее намазала лосьончиком. Почему голову нельзя намазать? А с утра я не могу уйти, у меня спит Викуля. Ну, утром-то прохладно, конечно. Но я сегодня в бассейн еще пойду. Я тебя не отмою. Опять килограмм песка будет в номере. Или 2. Жени. Ты же со мной? Мой. Мы идем. Мы пойдем. Идем туда подальше, там волн нет. Я в любимом платочке. Это не платочек, это косыночка. Ой.
Ну мы так далеко уже. Ирина. Арина. Ирина. Арина. Арина. Ну это вот шторм сейчас много. Вон медузу нашли. Она живая? Живая, да, она может это видеть, не надо. Да не, маленькая. Маленькая. Медуза, и Вика сказала медузу. Если много медуз, значит шторм. А у нас бассейн. Арина. Ну, в общем, сейчас закончу это видео. Еще немножко мы пойдем к дому. А сегодня опять по плану. Все, все то же самое. Опять анимация. Всех обняла. Пока-пока. Чмоки-чмоки ваши.